Так что у Алисы утеплитель в домике нужен для того, чтобы он не продувался в основном. И если днем на улице тепло, чтобы там это тепло конденсировалось, и ночью заморозки, они туда менее проникают, можно так сказать. А если там будет тепло, тогда Алиса может заболеть, так что лучше этого не делать. Привет, Белый. У тебя дела? Ты пошла? Ага, Алисе дал изюм, а его ест Белый. Правильно. Если Алиса не ест, то надо это все исправить. Алиса кувыркается на пруду, Макс доедает завтрак. Короче, у нас все хорошо. Но покажи, красотка, как ты тут кувыркаешься. Это, кстати, вот грязь, вот это вот на снегу, это от Алисы. Это она свою шубу так вытряхивает. Что там такое? Куда ты там смотришь? Что интересного? Что, не идти к тебе? Твое место. Ладно. Давай я снежком покидаюсь. Ну, не в тебя, а около. По снегу неудобно сейчас ходить. Он колючий. Снаружи. Снаружи снег колючий, а внутри мягкий. То есть наступаешь и проваливаешься туда. Ну все, дзен. У Лисы. Собаки под контролем. Я тоже под контролем. Алиса отдыхает с полузакрытыми глазами. Все хорошо. Отнычек всех отвадила. Все проверила. Да. Все прекрасно. Погода хорошая, шкура сухая. Отдыхает. Да. Ну, отдыхай, отдыхай. Оп. Какое созерцание своей территории у Алисы. Что там, ушастая? Локаторы прямо так и ходят туда-сюда. О, твоя подруга. Разговаривает с вороной. Все-таки дела какие-то есть. Орехов дать? Какие-то Макса. У всех дела. Кто ест изюм, кто доедает завтрак, кто созерцает на природу. Все, пошла на задний двор. Что такое? Сейчас время гулять Алисы. Дверь — это все покорешено за сегодняшний день. Алиса, что тут следишь? Просто ужас. Нападает на охотничьих собак. Кошмар. Вы уже погуляли, все. Ждите. Алиса. А там она почуяла еду в этом, как его, в шкафу. Алиса. Алиса.
Бесчеловечное обращение, Алиса. Алиса сегодня первый раз в домике спала внутри. Закрытые двери, потому что ночью сегодня было не очень тепло. Так что я закрыл дверь. И сейчас посмотрим, как там она. Конечно, она на меня ругалась вчера страшенно. Вот. Но ругань-руганью. Оп. Ну надо же посмотреть, как получилось. Эй, привет! Как твои дела? Ты что, тут все закопала? Вот тут стояла у тебя поилка. Куда дела? Или ты все тут перекопала? А, ты поилку специально. Ты полночи, значит, полночи ты тут занималась. А, ну тут тепло, слушай, у тебя. Все хорошо, дай погладиться-то. Ой, нет, нет, не даст погладиться ни в коем случае. Тепло. А поилку ты специально спрятала. Даже не разговаривает со мной. Что такое? Заунывная твоя песня. Все рассказала? Нет? Пойдем каши поедим. Главное, села. Хочешь, чтобы я ее погладил и одновременно вот такая злится. Ну, так кто ж тебя гладить-то будет? Все. Утренние поиски еды. И просмотр запасов. Побежала. Всем видом показывает то, что ты хошь как хошь, а утреннюю порцию еды давай сюда. В миске я посмотрела. В большом тазу посмотрела. Нигде ничего нету. Так что еду давай на родину неси. Ну, сейчас пойдем. Снега-то сколько. Пошли. Надо миски почистить. Конечно, как по-другому. Пошли со мной в холодильнике еду брать, что ж делать. Пойдем? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Алис, идешь? Свои дела? Только что с Белым бегала. Смотрите, там в Телеграм я выкладываю маленькие ролики, которые на Ютуб выкладывать не буду, потому что они мелкие слишком. О, за хвостом за своим побегать, конечно, поваляться. Он вроде его гоняет, а так утром с ним побегать самое оно. Он в снегу поковыряться, поваляться. Ну, самая погода для лисы. Все. Валяется. Алиса, пошли! Давай, подымайся. Не может подняться. У нее дела. Снега много. Снег мягкий. Надо кверху лапами обязательно попрыгать. Давай включим подсветку. Еп. Выключатель замерз. Ну, кто ходит тут по снегу, как маленький танкер? Куда ты полезла? Иди сюда. Алис. А, орехов тебе достать. Ну, давай. Если еще белки все не утащили, я тебе дам. Съела. Ждет. Давай, вылазь. Вот орехи сюда кладу. Здесь снега мало под крышей. Пожалуйста. Пока у тебя утреннее разгрызание орехов, я пойду погрею кашу тебе. Каша с тыквой. Алиса ест кашу с тыквой. Ей она нравится. Она, наверное, сладкая. Поэтому кашу с тыквой из голодухи утром поесть, конечно, можно. Гораздо лучше, чем просто каша.
Пойдем. Пошли со мной. Алис? Нет. Она... У Алисы давно я такого не видел. Сама пришла в вольер. Это, наверное, после охоты поймала крысу. Все, довольная. Потому что, видите, вот эти следы. Это значит, что... Ну, хватит скрипеть, хватит. Это значит, что она где-то ее зарыла в песке. И вот пришла, легла. Все. Сама зашла через... ход. И через дверь. Ну, что такое? Что ты... Вообще не приходить? Ну, нельзя же быть такой вредный. Хотя, можно, чё бы нет. И постоянно скрипишь. Всё. Твой дом. Вообще не захожу, не подхожу близко. То есть как-то поимка. Что такое? Поимка крысы. Сразу Алису. Ну, сейчас погода тем более такая, что вся шуба будет влажная. Ее сразу направила сюда. Можно теперь... Как это? Долг выполнен. Можно полежать и поспать целый день. Иди вовнутрь. Там тебя никто не увидит. За сеном ляжь. Нет. Вообще все. Еще и ругается на меня. Че ругаешься? Ужас. Все, я ушел. До свидания.